Много лет назад в одной небольшой европейской стране родился один необычный человек. Его имя Крис Бур. Он жил, растил детей и придумывал настольные игры. И однажды он придумал проект. Это был проект Geek. Чтобы завершить его, ему потребовалось 10 лет. Теперь мы можем рассказать об этом проекте вам. Так что же такое проект Geek? Это серия уникальных, абстрактных стратегических игр для двоих, связанных воедино общей идеей. Эти игры просты и понятны, как природные стихии, и так же, как они, неповторимы и вечны. GIPF — это игра ума, это чистая стратегия. GIPF — это абстрактная стратегическая игра, являющаяся первой и главной игрой проекта GIPF. Несмотря на отсутствие случайности, GIPF один ход значит очень много и может кардинально изменить расстановку сил. Не пытайтесь предсказать будущие ходы, учитесь максимально эффективно использовать любую позицию. GIPF обязательно для всех любителей интеллектуальных игр. Двон – игра мобильности. Игроки строят башни из фишек, стараясь сохранить контакт со специальными двон-фишками и отрезать от них противника. Чем выше башня, тем дальше она может перемещаться, но тем сложнее сделать ход. Динамичная интеллектуальная игра с необычной механикой, где одинаково важны и начальная расстановка, и каждый ход. Зерц – игра пожертвований, где вам придется научиться и носить жертву противнику, чтобы добиться преимущества на постепенно исчезающем игровом поле. Зерц отличается необычным игровым механизмом, редкой глубиной и интеллектуальностью игрового процесса, требует абсолютно нестандартного способа мышления. Инж – игра перемен, где за один ход ситуация на поле может измениться до неузнаваемости. В Инж каждый шаг к победе делает ее достижение все труднее. Инж – лучшая абстрактная стратегическая игра за последние 2000 лет. Рекомендована для Homo sapiens. Пункт – игра соединения, где противоборство игроков ведется в трех измерениях. Цель игры – связать противоположные стороны игрового поля. Проблема. Каждая введенная в игру фишку дает оппоненту намек на выбранную вами стратегию. Задача. Дезориентировать противника, скрывая свой замысел до последней минуты. Пункт. Для тех, кто не боится думать. ЦАР. Три вида фишек, которые не могут существовать друг без друга. Оригинальный игровой механизм и тонкий баланс. ЦАР. Игра постоянного выбора, где на одной чаше весов усиление собственной позиции, а на другое – ослабление противника. Лучший тренажер для развития концентрации внимания. GIPF – это уникальное развитие классических игровых идей. GIPF – это 6 игр в оригинальном исполнении. GIPF – это чистая стратегия.